Слушай, давай попробуй здесь. Так, как мы играли, напомню. Если что, говори. Давай я с этой. Если что, нас сразу. Готовы? Да. Да я тоже что-то застыл. У меня он отсюда просто темное пятно. Да. Почему мой мяч так, если он плохо? Ладно, я что-то не хорошо. На фоне деревьев. Да, давай. Сзади смотри. Вот так вот. Сука! Спасибо. Ну, это в смысле, я ошибся. Нет, я имею в виду доиграем, а потом расправимся. Как они уже подали. Я не запасы, я просто видел, что он делает. Я туда. Да. То есть, ну, я понимал, что он делает, я туда бежал. Но я... Два. Я могу перепрыгнуть. Не, смотри, если бы удар, просто болтаем. Болтаем, Влад. Что-то 4-2 или сколько, не знаю. 3-2. 4-1. 4. Подача. Уходи, уходишь. Да. Уходи, да. 2-4. Подать. Он еще ничего не сделал, я уже пошел. Да, надо было засунуть. Да блин! Попал. 5-2, да? Не смогла. Так, я больше. Стой. Молодец. Ты контролируй сетку. Да. Я, если честно, не видел, казалось, он вал такой. Не факт, мне хорош подойдет. Да. Это просто суета. Ее надо бросить.
Нет, там прям по центру линии упал. Давайте, челлендж. Судейский челлендж. Вообще не трогали. Не, ну что, аут что ли? Не-не, поле. Какой счет? Хорошо. Окей. Два-три счет. Хорош! О, бомба! Лес, а! Хитрец, молодец. Что, руки не видел? Честно говоря, он тебе между руками пропустил. Говно, блядь. 6-7. Молодец, пас. 8-8. Да, пас прям. Мы почти. Ребят, подайте нападать, я все время подаю. Ладно. Давай. Для баланса. Конечно. Лови. Да я рано прыгнул. Я рано прыгнул. 9-8. Зачем я тебе рано прыгаю вообще? Спасибо. Блять. Кирилл нам подыграл. Он просто подглядывал, хотел использовать. Но не получилось. Стабильный.